Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши видеослушатели. Хотел показать вам такой небольшой разделчик нашего сайта. Он сбоку по нашей навигации находится и называется он «Консультации». Соответственно, связаться со мной лично можно по телефону, по WhatsApp, по Viber и Skype. Как вы видите, обратите внимание, они, в общем-то, одинаковые. То есть можно по любому из этих программ со мной связаться. Связаться можно по любым вопросам. Тут написано «платные консультации», но, тем не менее, не возбраняется, если и юридические лица, контрагенты могут со мной, если им это удобнее, там не по телефону как-то, а по WhatsApp со мной связаться. Отвечаю всегда. Если я не ответил по каким-то причинам, ну, предположим, еду за рулем в машине, то я всегда, без исключения, я считаю это правило хорошего тона, всегда перезваниваю и, соответственно, связываюсь с вами. Консультации могут быть по личным каким-то вопросам, неважно каким, психологическим, там, по семейному консультированию, детскому консультированию. Могут быть консультации по, значит, непосредственно работе специалистов, психологов, психофизиологов и так далее, и так далее, и так далее. Значит, или же это могут быть контрагенты какие-то, да, то есть какие-то, там, инженер, предположим, по безопасности интересуется лицензированием для Ростехнадзора в рамках проверочной деятельности Ростехнадзора. Тоже можно со мной связаться по WhatsApp, наиболее любимая, мне кажется, и удобная программа для этого дела. Ну, как вам заблагорассудится, как вам захочется, решайте сами. Вот такое вот маленькое видео. Все наши явки и пароли, они у нас находятся на нашем сайте. Если его промотать в самый верх, здесь вот есть такая замечательная кнопочка «Контакты». Я ее сейчас нажал. И мы с вами здесь тоже также можем наблюдать все наши, как я говорю, пароли, явки, имейлы, адреса. Можно связаться непосредственно со мной по указанному телефону, WhatsApp, Viber, с моим заместителем Денисом Андреевичем или же специалистами, проводящими психологические обследования. Девочки компетентные, умницы, и могут вам пояснить многие вопросы по поводу как работы психологов, так и по психологическим обследованиям, которыми мы живем и дышим. Одним словом, вот эти контакты в вашем распоряжении, в свободном доступе на нашем сайте. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!